Члены нескольких ультраправых организаций национального корпуса ИС-14 принудительно доставили в СБУ бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе. Напомню, в прошлом году боевика так называемых ДНР, ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы. В суде он признал свою вину, но позднее его отпустили из-за нарушений при вынесении приговора. Поймали его националисты прямо возле посольства Бразилии. Вот зараз він є, такий прекрасний Рафаель Лусварги. Вже ви розуміли, він публічно сам зізнався в інтерв'ю, що вбивав, приймав участь в бойових діях, отримав 13 років, але його, як я не знаю, як відпустили на волю, то це, в принципі, ще ніхто не знає. Йому суд дав 13 років, а він от на волі. Как бы там ни было, у бразильца на руках приговор апелляционного суда Киева, который вынес этот одиозный вердикт о его освобождении, и действия националистов похожи на самосуд. В СБУ же с Лусварги пообещали разобраться, чем он занимается в Киеве, что делал на Донбассе. На вопрос журналистов, есть ли правовые основания для задержания бразильца, в СБУ ответили, что был приговор и пока невозможно прогнозировать процессуальные решения.